Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games. Мы продолжаем с вами имперский отвар. Сейчас мы что пойдем? Мы пойдем на Эриаду. Естественно, здесь у нас вроде как все достроено. Станция немножко достраивается. Строительство завершено. Пойдем на Эриаду. Дальше на Сулуст, Дагоба. И там уже куда успеем. Но вообще, по идее, здесь надо захватить все, кроме Артзери. Действуем, наверное, да? То есть чего мы будем ждать? Сохранение у нас есть? Поехали, сражаемся. Неизбежно сражение. Естественно, да. Так, неплохо залетели. Докладываю, командир. Это у нас Ctrl-1, это Ctrl-2. Ой, Ctrl-2. Мы подозреваем, что эта планета имеет мощную оборону. Да бляха, Ctrl-1, Ctrl-2. Вот, все, вот так вот. Чтобы мы могли высадить десант. Бляха, ну мне через вот эти вот пролетать где-нибудь тут или там. Где они летят? Здесь очень неудобно. Вот здесь как раз вот это вот облако идет из газа, хорошо. Из пыли, из чего это. Вот здесь как-то пролететь очень некомфортно. Вау, здрасте, нихера он вышел. Принято. Может, мародеров туда заслать? Докладываю, тогда их командир. не будет видно. Выправляю курс. Я об этом позабочусь. Гаси канонерки. Системы готовы. А, я не могу там стрелять. Иду в намеченную точку. Твою мать, надо мародеров доставать отсюда. Там и щиты падают, и стрелять я не могу. Не очень-то. Жду приказаний. Ну, теперь могу гасить. Так, давай гаси сюда. Как слышите, прием. Ну давайте разносите эту мелочь. Вы что стоите-то на месте? Давайте, 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 пацаны. Пацаны, повстанцы, вы чего? Атакую. Разносим в щепки. Не, вот этого давайте сначала, чтобы они, ну, их мародеров не трогали. Я надеюсь, что этим флотом мы доиграем до определенного момента и пересядем уже на монкаламаревские линкоры, крейсеры, кто они там, я уже не помню. Этого флота, надеюсь, нам хватит. Да, сбейте ему двигатель, чтобы он особо не ерзал никуда. Что-то вообще не попадаем. Столько ракет ли? А, нет. Во-во-во-во, все хорошо. Ой-ой-ой, минус один. Какая боль. Выполняю приказ. Выполняю приказ. Прокладываю курс. А я вот этих двух еще с собой возьму. Слышу вас хорошо. Все хорошо. Зададим им жару. Так, давайте вот сюда. Торпеды разносим. Что у меня по двоечке? Огонь по цели. В смысле, а куда делся еще один? Куда еще один делся? Уничтожили? А почему у меня лимит тогда не уменьшился, если у меня мародера одного убили? Докладываю, командир. А, все. С опозданием просто немножко, видимо. Так, ударные. Торпеды ищите, пацаны, торпеды ищите. Самое страшное — это торпеды. Вот тангар, кстати, надо выносить. Орудие заряжено. Давайте всей толпой идем. Атакую. Ну, мародеры издалека пусть стреляют. Но тоже бьют ангар. Давай, 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 давай. Сейчас мы их пронесем по бурику. Генератор щита бессмысленно, у него щитов нет. Генератор щита, мне кажется, ну, по-правильному же надо долбить, когда есть щит. Для того, чтобы он обратно не восстанавливался. То есть сейчас не имеет смысла никакого. Все. Бляха, ну мародер одного потерял, конечно, жалько. Эй,
В упор, смотри, подлетел и просто на абордаж берет моего мародера. Хераси, вот это наглость. Подтверждено. Пацаны, гасите последнюю канонерку. Ой-ой-ой, ой, кобзда тебе, дружище. Я об этом позабочусь. Позаботься. Все, я уже думал сейчас в гиперпространство просто... И вспоминайте, как звали. Ладно, это у нас что? Да, канонерку потеряли, эсминец мародер. Угу. Так, ладно, хорошо, поехали на Эриаду. Вам туда. Мне не туда, а вам туда. Поехали. Началось вторжение. Давай. Так, а надо было, наверное, сохраниться, но как бы хер с ним. Здесь сколько у нас по лимиту? 10. На подходе. Выхожу в заданную точку. Поразите врага в самое сердце. Уничтожьте здание, и их войскам придется отступить. Выполняю, сэр. Вас понял. Выдвигаемся, сэр. А здесь местное население сочувствует нашим врагам. Да ёб твою, ну за что? За что, объясните, пацаны, за что вы им сочувствуете? Воу, 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 воу. За что сочувствовать нашим врагам? Серьезно. Навожу на цель. Ой, шагают, шагают, и идут. Ёб вашу мать. Состязание за точку высадки подкрепления. Гасите их, пацаны. Иду в атаку. Так, а что, я ракету не включил, что ли? Во. Сука, решили раздавить моих пацанов. А мы их тут быстро расковыряем. Эх, как мне эти глисты нравятся. Ну не глистеры, но глиста, короче. Прям офигенные. Кто тут еще идет? А, ну это местные. Это тоже местные. Ой, давай вот этих гасить. Лишь бы зениток тут не было. Вот это надо забрать. Ёб твою, вот это хреново, пацаны. А турболазерные пушки у них не работают, да? Шикарно. Просто идеально. Кого не можете убить или впадлу, просто давите, пацаны, вы на танке. Вы слыхали такую историю, что... Кто? Ёб вашу. Пехоту мою жмут. Так точно. Отряд уничтожен. Беглый огонь. Наземная цель захвачена. Отряд уничтожен. Атакую. Готов к атаке. Даха, я что-то не рассчитал, малеха. Отряд уничтожен. Да где стреляют-то? Навожу на цель. Ёб вашу. Иду огонь. Выходим на огневой рубеж. Начинаю прочесывание. Что такое? Почему мои танки-то сыпятся, как херня какая-то? Навожу на цель. Оружие готово. Что с этими танками? Ёб твою мать, заработало. Вот почему они сыпятся. Разбомбили, все, разбомбили все мои танки. Наземная цель захвачена. Готов к атаке. У меня еще другие, конечно, танки есть. Начинаю прочесывание. Оружие готово. Thank you.
Так, давайте сюда, ребят. Совершаю облет. Курс проложен. Да, хреново вышло. Уже в пути, сэр. Подкрепление отменено. Подкрепление отменено. Что значит отменено? Посади нормально мне. Бляха, эти дурачки тут летают. Подкрепление отменено. Так, отлетите отсюда нахер. Курс проложен. Следую в намеченную точку. Это неожиданно чутка. Готов к выходу. На подходе. Хотя, опять же, выхожу в заданную точку. Так самонадеянно идти в бойню, опять же. Выдвигаюсь. Следую в намеченную точку. Чего еще можно было ожидать от такой самонадеянности? Продолжать движение. Туда. Поддержка будет. Двигайтесь туда. Кто где стреляет? Да не уничтожайте вы эту хрень, ну серьезно, ну зачем? Ай, ладно, хрен с ним, давайте уничтожим. Ну, в принципе, и так все понятно, где они сидят. Обследую район. Ну, то, что турболазерную я профукал. Я когда в первый раз же ее увидел, она не работала. Потом она начала работать. Что за негатив? Отряд уничтожен. Кто мой? Отряд уничтожен. Отряд уничтожен. В смысле, почему? Бляха, зенитка. Отряд уничтожен. А еще и турболазерная пушка. Отряд уничтожен. Отряд уничтожен. Залп, поддержим вас. Бляха. Отряд уничтожен. Отряд уничтожен. Ну, короче, здесь я, походу, сейчас просру. Цель. Прикрываем ваш тыл. Уточняю координаты. Уже в пути, сэр. Цель захвачена. Поддержка будет. Будет, но, видимо, не у нас. Резерв на связи. Атакую. Обеспечиваю прикрытие. Командир, навожу на цель. Веду огонь. Бляха, вот это турболазеры, конечно, меня высекли. Очень хорошо просекли. Так точно. Готов, сэр. Наземная цель захвачена. Готов к поддержке. Готов к атаке. Начинаю прочесывание. Да. Давай, чеши. Оружие готово. Да, и надо новую армию создавать. Надо сделать глиссеров побольше. Бой! И танков побольше. И как-то поаккуратнее все-таки. Огонь! Орудия готовы. Здесь косяк не из-за того, то, что у соперника дохрена всего было, а потому что не подготовлен я был и пошел слишком самонадеянно просто в лоб. Это было очень глупо. Надо было взять парочку глиссеров, прочесать хорошенько территорию, посмотреть, что где. То есть провести разведку боем. После этого уже... гасить как положено по ключевым местам, то есть сначала вынести генератор, потом гасануть зенитку, а потом просто залетать уже и разносить всех и вся. Беглый огонь. Цель в пределах досягаемости. Заводы сносите, пацаны, калибр готов. А то они никогда не закончатся. Я тогда сделаю 5 танков из десяток глиссеров. Пехоты можно будет еще, конечно, поделать, малеха. Веду огонь. Что здесь я не уничтожил-то? Почему оно... А, это не страшно. Они не работают. Наземная цель захвачена. Готов
готов к атаке. Кто там? Пехота, гражданские. Да, пехота, гражданские. Ну, плевать на них. Они мне ничего не сделают. Начинаю прочесывание. Ой, вот это плохо. Отряд уничтожен. Вот опять не доглядел. Есть цель. Огонь! Бой! Твою мать, еще одна зенитка, серьезно? Огонь! Отряд уничтожен. Отряд уничтожен. Все, всех глиссеров раздолбили. Обидно. Орудия заряжены. Орудия готовы. Да это можете не выносить, пацаны, это бессмысленно. Ну ладно, выносите, уговорили. Так, тут немножко солдатов. Штурмовиков. Бляха, опять они ее построили. Да вы издеваетесь, что ли, надо мной? Цель в пределах досягаемости. А где еще штурмовики? Главный калибр готов. Какая постройка здесь считается за имперскую, что мне никак не могут победу засчитать? Но гражданских-то точно нет. А, вот эти, ёлки. Так это же дома местного населения. Твою мать, серьезно? А, нет. Т-2Б на связи. Уже в пути, сэр. Не, где-то есть имперская атакуй, постройка, сэр. Либо имперские штурмовики где-то прячутся. Это вряд ли. Хотя, почему турболазер не, нет? Проложен. То, что он отключен, это не значит, уточняю, что он не имперский. Координаты. Выдвигаюсь. Цель захвачена! Беглый огонь! Да, жесткое начало, крепенькое такое. Атакую! Кто еще где? Да ёб вашу, ну серьезно. Состязание за точку высадки подкрепления. Веду огонь. Так, это плевать. Они у меня на прицеле. Орудия заряжены. Враг побеждён. Есть, наконец-то. Охереть, один отряд бегает по карте, где-то зашкерился, и хрен его найдешь, пипец, потери. Установлен контроль над планетой. Да, потери, будь здоров. Здание строится, здание начато. Давай мы сейф сделаем, потому что ну его нафиг. Охереть, не встать, конечно, вот это весело, вот это мощненько. У меня, в принципе, лимит-то очень большой, поэтому могу... Сейчас армию себе настроить такую, достаточно-таки путевую. По крайней мере, многочисленную. Насчет путевой-то тут вопрос еще. Строительство завершено. Угу. Ну, пехоты давай пару человек сделаем. Строится. Строительство завершено. Строительство начато. Готов. Дальше глиссеров, готов, наверное. Строительство отряда. Побольше. Здание строится. Сколько их? 10, наверное. А еще здесь, может, сделаем. Техника в процессе производства. А здесь танки сделаем. Строительство завершено. Строительство отряда. Так. Строительство завершено. Так, тут еще денег. Жду распоряжений. Начато. А, подожди, стой. Раз, три, четыре, пять. Отряд в процессе производства. Жду распоряжений. Идет строительство. Вот так. Сюда пара таких защитных. Таким образом. Так, вы на орбиту, на орбиту, на орбиту, на орбиту. Ударный крейсер на связи. На орбиту. Так, вы сюда.
Бляха, танки будут долго, конечно, делаться. Строительство. Выправляю бурный крейсер на связи. Иду. Так, сюда, 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 сюда. Оборонка. Строительство отряда. Вот этих двух. Да, танки долго, конечно, делаются. Тогда знаешь, как мы сделаем? Вот здесь просто отменим. Здесь мы сделаем танк. И здесь мы сделаем... нет, здесь еще один. Отряд в процессе производства. Артиллерия на связи. Таким образом. Здесь еще один. Здесь мы один еще хапнем. По идее, этого должно хватить. Там пехота немножко, чтобы захватывать точки. Т-4Б готов. Так, артиллерия на Т-4Б. Связи. Сюда идешь. Сюда. Выполняю, сэр. Так, 4 этих танка, 5 этих, 10 этих, немножко пехоту. Но в принципе, этого должно хватить. То есть сразу мы делаем сейв, чтобы не просраться. И идем дальше, пробуем куда-нибудь, кого-нибудь, чего-нибудь. Потому что я хз. Глиссеры прикольные, но реально я неправильно сделал. Надо было все-таки сначала разведку делать. Погнали сюда. Принято. Ага. Конечно, сэр. Она серая, в смысле пустая, что ли? Серьезно? А, хер там. Пустая, конечно же. Бляха, я танк высадил, глиссера хотел высадить. Выберите подкрепление. А, это все, что я могу сделать. Здрасте. Поразите врага в самое сердце. Уничтожьте здание, и их войскам придется отступить. У этих танков есть, кстати, минус. У них ни хрена нет защиты. Выхожу в заданную точку. Вас понял. Бляха, вот чего им не хватает. Защиты у них нет. Залп. Атакуем цель. Так, эти неинтересны мне. Подтверждаю приказ. Поехали. Пошли. Бляха, только бы не зениточки. Продолжать движение. Туда. Двигайтесь туда. Обследую район. Совершаю облет. Принято. А, так на подожди, подходе. Это вообще все, что ли? Выхожу в заданную точку. Укажите цель. Иду в атаку. Готов к атаке. Цель захвачена. Вся карта открыта, это все, что кто есть? Как так? Бой! Это что за штурмовики, которые разнесли с автоматов, просто-напросто танк мне расхреначили? Что с этим танком не так? Мы победили. Я не понимаю. Установлен контроль над системой. Здание начато. Так, идет здесь без денег будет. А, на ход я не могу? Почему? Ну нет, нет, погнали на Выполняю. Службу. Приближается имперский флот. Где? 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 Куда? Неизбежно сражение. Ёб твой. А я успел своей основной эскадрильей? Да хрен там я успел. Эскадрилья только-только основная улетела с этой планеты. Ёб твою. Подкрепление. Слушаю вас. Крейсер на связи. Орудие к бою готово. Из гиперпространства выходит несколько кораблей. Будьте готовы защитить наши позиции и отбросить имперцев. Есть, командир. Легко сказать. Залп. Космическая станция атакована. Слушаю вас. Вас понял. Рассчитываю курс. Полный вперед.
Крейсерская скорость. Империи было на порядок проще защищаться. Ударный крейсер на связи. Вижу врага. Противник в прицеле. Жду приказаний. Огонь по лазерам. Перевести всю энергию на щиты. Готов. Вас понял. Бить огонь на лазеры. Огонь по лазерам. Угу. Смотри, бегут сразу же. Уничтожить торпедные аппараты. Все, 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 они ушли. Ушли, ушли. Давайте бомбардировщиков пока поуничтожаем, пацаны. Давайте сюда, под базу, под базу, под базу. Бомбардировщиков гасите, только бомбардировщиков. Остальные, честно, не особо-то пугают. Там они защиту никто не пробьет. Так, это истребители насрать, вот бомбардье. Бляха, да вы попадете хоть в одного-то бомбардировщика или нет? Они реально в никого попасть не могут. Бейте, бейте, бейте. Ну да, бляха, доплывите, дойдите. Стреляйте в конце-то концов. Ну что такое? Вынесите этот сраный имперский корабль. Двигатель разбит. Ну хорошо, что разбит. Отказ главного двигателя. Так, это походу уже у моего. Так тебе и надо, ублюдок. Вот этот давайте пока обесточим. Хрен там не обесточили. Он у меня на хвосте. Противник в прицеле. Перевести всю энергию на щиты. Так, ты уже считай покойничек. Наша космическая станция атакована. Готов открыть. А кому сейчас легко? Он у меня на хвосте. Атакую. И этот из последних сил там, смотри, старается что-то. Ну отлети оттуда, ну что ж ты там стоишь-то? Ой, под крепушкой прилетело. Давай форсаж включай. Все, это тоже конец ему. Давай вот этого гасить, пацаны. А первый что? Бляха, минус крейсер. Лазеры вышли из строя. Орудие заряжено. Боль. Есть. Огонь по лазерам. Космическая станция атакована. Да я понимаю. Беглый огонь. Торпедные аппараты разбиты. Так, ладно, давайте, где тут бомбардировщики? Атакую. Навожу на цель. Вынесем бомбардировщики, будет не так страшно. Твою мать, почти все ракетные установки уже уничтожили. Скоро до ангара дойдут. Вижу врага.
А можно, пацаны, как-то стрелять, только чтобы, ну, попадали по цели, серьезно? Просто стрелять ради того, чтобы выстрелить, это как бы, ну, бред. Ударный крейсер на связи. Космические станции. Активировать щиты. Вижу цель. Атакую. Вынесите этот корабль, он последний остался здесь. Ну, тут, правда, еще двое, и там один. Генератор щита отказал. Бляха, сейчас ангар отлетит, ну давайте уже, а. Готов. Огонь по лазерам. Огонь. Вас понял. Поехали. Пошли. Продолжать движение. Выдаю приказ. Так, это истребитель, вот бомбардье. Слушаю вас. Бля, сейчас последний мой крейсер разнесут к херам. Атакуем цель. Космическая станция повреждена. Бляха, вот и обменялись планетами. Короче, нет, это конец. Я тебе говорю, два крейсера мало на защиту. Надо было ставить 4. Притом на других планетах до этой я поставил 4. Добавил еще по 2. А здесь почему-то 2 так и оставил. Мы потеряли лазерную батарею. Да, не, мы потеряли вообще все. И эти полетели. Иду в заданный район. Сражение. Бляха. Враг обнаружен. Прогреваю двигатель. Готов. Проверяю этот сектор. Торпеды готовы. В смысле, а их схерали? Нам сообщают о приближении вражеских сил. Проведите разведку и найдите их слабые места. А чё это гражданские на моей базе, на моей планете сразу же идут за империю-то? Какого хера? Еще раз я такое увижу. Горнодобывающий завод уничтожен. Огонь! Торпеды готовы. Здрасте! А танки откуда эти взялись тут? А, здесь заехали. Вижу противника. Готов. Выхожу на линию огня. Да! Бой! Огонь! Совсем уже сдурели. Подтверждаю карты. Мы заняли строительную платформу. Где? Строится башня. Артиллерия на связи. Бляха, вот это наглецы, конечно. Залп! Атакуем цель. Мы заняли строительную платформу. Понял вас. Торпедоносец мобилен, сэр. Строительство завершено. Мы заняли строительную платформу. Есть, сэр. Где они проезжают? Так они-то на это. Начинаем наземную атаку. Начинаю атаку. Цель захвачена. Так, где вы беретесь? Строительство завершено. Атакую. Атакуем цель. Выдвигаюсь. Тут на входе ни одной турели, что ли, нет? Или как? Подтверждаю приказ. Поехали. Пошли. Вот у меня уничтожили горнодобывающий завод. А если я отобьюсь, он не автоматически восстановится? Или надо будет заново строить? Но я, по идее, должен тут отбиваться. Как бы без вариантов. Вас понял. Торпеды готовы. Враг на прицеле. Туда. Сюда. Огонь. Ну ты-то куда едешь? Строительную платформу. Строится башня. Слушаю вас. Двигайтесь туда.
Торпеды готовы. Завершено. Да, справлюсь. Мы заняли строительную платформу. Принято. Проверяю этот сектор. Ага, все, спалились, пацаны. Обеспечиваю прикрытие. Так, ну здесь справятся. Здесь нормально. Вижу противника. Строительство завершено. Так точно, сэр. Мы заняли строительную платформу. Готов. Есть, сэр. Куда ты прешь? Куда ты прешь? Выхожу на линию огня. Бой. Давай, 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 быстрее стреляй. Это что такое? Развернуть, свернуть. Сама разворачивайся, сворачивайся. Строительство завершено. Огонь! Жучары такие. Залп. Атакуем цель. Ой-ой-ой. Есть, командир. Торпедоносец мобилен, сэр. Так, пацаны, начинаю все на базу. Атаку. Эти просто пацанов ходят, давят. Начинаю атаку. Цель наша база захвачена. Атакована. Да-да-да, я уже заметил. Горнодобывающий завод уничтожен. Атакую. Цель захвачена. Навожу на цель. Беглый огонь. Так, есть контакт. А, где у меня пешики? Выполняем, так, ты, сэр. Сюда. Уже в пути, сэр. Я здесь, сэр. Готов. Ты сюда. Бляха, не успеем, наверное, да? Давай, 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 давай. Блин, не мы успел. А, нет, все нормально, успел еще одну турельку построить. Хорошо, допустим. Так, потери с моей стороны. Два горнодобывающих завода. Насрать. Строительство завершено. Абсолютно. Неизбежно сражение. Так, отбиваемся. Пипец. Вот и все мои планы по наступлению развалились. Как слышите? Прием. Нормально. Принято. Слышу. Выполняю. Уничтожение ключевых элементов вражеских войск. Не надо мне это каждый раз говорить. Постарайтесь разделить силы защитников и уничтожить их поодиночке. Выполняю. Иду в заданный район. Выдвигаюсь. Орудия заряжены. Сосредоточить огонь. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут уделаем. Смотри, как мародера гасят. Просто прицельно, чисто в мародера гасят. Выхожу на позицию. На связи. Кстати, он выжил. Кого-то другого уничтожили. Я не заметил даже кого. Ой-ой-ой, нет. А, нет, тебя можно. Слышу вас хорошо. Я испугался, думал, что это сердце недобитое. Чем могу помочь? Кто он там? Рес Вентрес или Рэм Вентрес? А, Антилос. Рэм Антилос, точно. Антилос. Неважно. Зададим им жару. Бляха, одного мародера все-таки закоцали. Да, ты надо обновлять флот. И покрепче ставить оборону на планету. Огонь по цели. Пипец, один эсминец так долго выносить. Орудия заряжены. Давайте самый на форсаже хоть. Атакую. Мы победили. Это хорошо. Хоть где-то мы смогли победить. Так, на Сулусте у них же там флота не было. Строительство начато. Идет строительство.
Так. Туда? Туда. А здесь почему? Строительство начато. Строительство завершено. Строительство начато. Строительство завершено. Давай дождемся все-таки, пока достроится. Строительство завершено. Строительство завершено. Строительство начато. Отряд в процессе производства. Угу. Тут 4 дадим. Бляха, ну куда ты? Здесь тоже 4, но здесь мы 4 дадим крейсера. Строительство завершено. Так, ладно, поехали пока здесь уничтожать. Строительство завершено. Да, здесь не так много. Они реально со всех планет собирают, а потом идут скопом гасить. Жду приказаний. Так, это мои? Кто такие? Сулустанцы. Поразите врага в самое сердце. Уничтожьте здание, и их войскам придется отступить. Точку. Вот они. Высылайте подкрепление. Слушаю вас. Принято. Ага, точно они, да. Цель захвачена. А, так это вот все, что понял есть. Вас. Все, их больше нету. Беглый огонь. Ну, ерунда. На подходе. А почему они бомбы не умеют скидывать? Ну, серьезно. Ух, нихера, их там эскадрилья летит. Не, эскадрилья у нас, как это, рота? Рота, есть, точно. Сэр. Навожу на цель. Ну, пехоту они точно, конечно, перебьют. Бляха, и сразу в укрытие, ты посмотри, а. Да, вот те, кто без укрытия, они, в принципе, побыстрее разваливаются. Готов, поэтому катание. Надо гасить тех, кто жду без укрытия. Начинаю прочесывание. Ой-ой-ой, вот это плохо. Готово. Кстати. Чё ты сказал? Мы заняли строительную платформу. Жду приказаний. Есть. Вот и все. Сейчас мы противопехотную просто построим и вынесем. Готов их по бурам. Очень слабы против пилотов, против пехоты эти глиссеры. Строительство завершено. А, еще одну сейчас построим. Мы заняли строительную платформу. Командир, готов, сэр. Залп! Да ну уничтожьте их, ну серьезно. Строительство завершено. Наконец-то. Ох, ядрёна батона. Короче. Установлен контроль над планетой. Да, сюда иди. Империя, получается, нападает здание один начато. Раз. Здание строится. Вот как только мы переходим на новую часть карты, так сказать. Они нападают всего один раз. После этого они больше крейсер ничего не делают. Так, а что здесь у меня пехоты нет в защите никакой? Да? Строительство завершено. Ну, так крейсер пусть будет. Туманность Б на связи. Строительство завершено. Строительство сюда отряда. 4. Строительство крейсер туманность Б на связи. Здание Т2 начато. Б на связи. Угу. Так, сюда крейсер идем. Туманность крейсер туманность Б на связи. Идет строительство. Т2Б на связи. Здесь какого уровня можно построить? Пятого. У меня завершено. Пока только четвертого доступно. На связи. Жду распоряжений. Значит, наверное, на Бестину сгоняем. Строительство завершено.
рост производства миротворец. Надо, кстати, забрать, чтобы он миротворцев не делал. Он миротворцев, наверное, уже и не делает. Опять же, почему нет? Так, ладно. Строительство завершено. В любом случае, денег до жопы, можно делать все, что угодно. Так, раз, два, три, четыре. Здесь оборонка у нас есть. Здесь давай раз, два, три, четыре. А вот этот забираем с собой. Здесь на защиту вот этих. Ударный крейсер на связи. Строительство завершено. Да, ладно, поехали тогда на Бестину еще сгоняем. Неизбежно сражение. Да, это я уже понял. Вот они. Докладываю, командир. Жду приказаний. Как слышите, численное превосходство еще не гарантия победы. Не надо, не надо, не надо. Даст вам необходимое преимущество и позволит сметь. Как он меня бесит вот этими своими советами в начале каждого боя. Которые мне никак не помогают, абсолютно. Они меня только раздражают. Во, так. Сосредоточить огонь. Двигатели готовы. На связи. Бляха, да здесь-то вы откуда взялись-то? Внутри уже залетели, в строй к нам. Вы что, серьезно, пацаны? Ну какого хера ляда? Я об этом позабочусь. Позаботься об этом, разберись, что за хуйня? Атакую. В атаку. Так, пусть они у меня тогда выносят канонерки и эсминцы, которые поменьше, чтобы у меня остались чисто ударные крейсеры и мародеры. Ой, минус мародер. Слышу вас хорошо. Чем могу помочь? Огонь по цели. Есть, сэр. Докладываю, командир. Зададим им жару. Задаю уж чего-нибудь хотя бы. Так, тут Тартар приехал. Опять на мародеров поперли. Да, командир. Жду приказать. Двигатель разбит. Иду. У кого? Где? Если у нас, то это херово. Я об этом позабочусь. Орудия заряжены. Всю энергию на двигатели. Атакую. Все, форсаж, готов? Поехали. Как слышите, прием. Всей толпой гасим. Ничего не знаю, гасите толпой. Бляха, Рену покоцали так-то неплохо так. Так, торпеды надо выносить. Зададим им жару. Это лазеры. Ударный, вот цель еще торпеды. Сосредоточить огонь. Энергию на щиты. Так, побежден. Да, ладно. Так, и поехали тогда высаживаться. А, стой, подожди, здесь... А, здесь делается. Делается, делается. Ой, тут пятого уровня можно, в смысле? Здание строится. Ударный крейсер на связи. В смысле, пятого уровня можно? Ударный крейсер на связи. Технологии я воровать никакие не могу. Началось вторжение. Странно, а почему... Жду распоряжений. Вас понял. Выберите подкрепление. Подкрепление? Подкрепление. Ну мы на. Мы в пути. Мы
Мы должны заставить Империю считаться с нами. Высадите десант и задайте им. Вас понял. Подожди, вас разберемся понял. Сначала, что где. Следую в намеченную точку. Подтверждаю приказ. Поехали. Пошли. Продолжать движение. Туда. Они приближаются. Двигайтесь туда. Обследую район. Атакуем цель. Так, а что по зениткам? Цель захвачена. Вот эти надо все выносить. Бляха, идут. Надо быстрее. В смысле? Уже предел численности? Так точно. Понял. Выдвигаюсь. Твою мать, что так быстро-то? Слушаю вас. Мы заняли строительную платформу. Жду распоряжений. Следую в намеченную точку. Строится. Ожидаю башни. Приказов. Есть, сэр. Вас понял. Принято. Совершаю обряд. Вас понял. Марш. Очень быстро. Я не готов был к этому. Строительство завершено. Движемся. Понял вас. Строительство завершено. Принято. Мы заняли строительную платформу. Жду приказаний. Слушаю вас. Поехали. Пошли. Мы потеряли строительную платформу. Готов. Бляха. Атакую. Понял вас. Принято. Готов. Строительство завершено. Мы заняли строительную платформу. Ваше распоряжение. Есть, сэр. Есть, командир. Есть. Отряд уничтожен. Так, что, сбили зенитки? А, сбили зенитки, да. Строится башня. А здесь что? Здесь все плохо. Мы заняли строительную. Хера тут трупов лежит, просто гора. Сюда стрельни. Ну. Интересно, отобьется, не отобьется вообще? Отбилось. Да кто там стреляет? Бляха, АТ. Вас понял. Я здесь, сэр. Так, готов. Ты здесь. Продолжать хорошо. Движение. Раз. Два. Жду приказаний. Так. Туда. Выйдем на вас. Строительство завершено. Не просто так, там надо генератор вынести. Я не знаю, есть ли тут где-то... так, это Земля-космос вроде как. Земля-воздух. Жду распоряжений. На подходе. Выхожу в заданную точку. Состязание вас за понял. Точку высадки вас понял. Подкрепления. Выдвигаюсь. Навожу на цель. Так, все, здесь пока разбирайтесь. Здесь мы от пехоты отобьемся. Жду распоряжений. Здесь двигайтесь все нормально. Туда. Слушаю вас. Понял вас, сэр. Понял вас. Огонь! Следую за вами. Залп! Там вынесут генераторы. И тогда мы заберем с собой. Мы прямо за вами. Этих наших... О, не, глисты. Глиссеры. Цель захвачена. Следуем в арьергарде. Следуем чего? Это построение, наверное, какое-то, да? Выхожу на позицию. Готов. Выполняются. Беглый огонь. О.
пехоту... Блин. Так-то еще глиссеров можно было бы подозвать. Мы заняли строительную платформу. Строится башня. Жду приказаний. Давай еще глиссеров вызовем. На подходе. Готов к выходу. Следую в намеченную точку. Тоже надо захватить. Мы заняли строительную платформу. Есть, командир. А где еще три у меня? Все орудия заряжены. О. Строится башня. Командир? Они, надеюсь, не додумались зенитки тут строить? Так. Нет, точно. Слава богу. Наземная цель захвачена. Строительство завершено. Готов к атаке. Что если тут дурачки начнут строить зенитки, то мне не сдобровать. Начинаю прочесывание. Вообще не понимаю, почему на такую большую планету так мало дается лимита по армии. Ой, нет, 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 нет. Пошли. Жду распоряжений. Вас понял. Т-4Б готов. Почти на месте. Жду приказаний. Оружие готово. Продолжать движение. Так, укажите хорошо. Давай еще раз, точку. Два, на три, выхожу, четыре, точку. Мы заняли строительную платформу. Мы заняли строительную платформу. Строится башня. Танковый батальон на связи. Строительство завершено. Атакую! Следую в намеченную точку. Держите позицию, мы прикроем с воздуха. Так, будем делать упор здесь на глиссеров. Вроде как разведка показала, что они не особо зенитки строят. Одна была, и то мы ее снесли. Три глиссера сносят зенитку. Но при этом они сами, правда, помирают. Ну, у меня-то их 18. Итого это на 6 зениток. А есть катюши здесь? Надо вражеские катюши тоже выносить моментально. Шагоходы не страшно. Выходим на огневой рубеж. Навожу на цель. Выдвигаемся, сэр. Следую за вами. Кто тут? Начинаю атаку. Есть цель? А, нет, никого нету. А я давай вот таким образом делаем. Ну, смотри, глиссеры как красиво. А ну. Мы заняли строительную платформу. Да, сейчас они, по идее, должны разнести вообще все в щепки. Мы потеряли строительную платформу. Да насрать. Ну что, это победа? Готов к атаке. Это победа. Ой, ну это было сложненько, конечно. Что-то как-то не дается мне игра за повстанцев. Вот серьезно, ну вот ни в какую. Над системой. Идет строительство. Здание начато. Здание строится. Таким образом. Ладно, давай на сегодня сохранимся, закончим. Голова уже кругом идет. Продолжим в следующей серии. Сейчас мы тогда подвосстановим немножко силы. Я думаю, что я все-таки не буду ждать, когда нам разнесут флот. Я его просто-напросто удалю, построю новый. И да,
И продолжим уже в следующей серии. Артиллерия, так, тогда на паузу пока сделаю. Так что, если интересненько, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел, с тобой был Роман. И да пребудет с нами сила.